Изящные, трудолюбивые, яркие. 240 спортсменок собрались на межрегиональном турнире по художественной гимнастике. Впервые в истории Ульяновской области на соревнования приехали участницы из городов Приволжского федерального округа. Перед выступлениями юных дарований поздравил губернатор Сергей Морозов. Мне очень приятно присутствовать на этом прекрасном празднике спорта, на этом замечательном празднике молодости и красоты. И я с огромным удовольствием приветствую вас всех, дорогие девчонки, девушки. В перерыве между эффектными выступлениями состоялась церемония награждения. Чествовали лучших тренеров Ульяновской области. Екатерина Осипова из Димитровграда получила диплом за то, что ранее подготовила победительницу. С Екатериной приехала огромная делегация, более 30 гимнасток в разных возрастных категориях. Тренер уверен, ее подопечные достойны победы. Конечно, мы уверены в них на 100%. Мы стараемся помочь им, даже сидя за судейским столом. Я думаю, что готовы все спортсмены одинаково, но мы всегда надеемся на лучшее и готовы помочь своим девочкам. Соревнования проводятся с 4 по 7 декабря в спортивной школе Олимпийского резерва. Победительницам обещан кубок губернатора Сергея Морозова. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости Ул Правды ТВ.